Всем привет! Сегодня я немного отклонюсь от основной темы моего канала, которая связана с бензиновыми зажигалками. Кроме коллекции зажигалок, у меня есть еще небольшая коллекция механических часов. Часы коллекционирую именно механические, так как кварцевые для меня не интересны. И, пожалуй, начну я сегодня вот с этих вот часиков, которая встроена в зажигалку Aircraft. Обзор этой зажигалки есть у меня на канале. При желании вы можете найти этот ролик и посмотреть. Часы извлекаются из корпуса зажигалки таким вот образом. Ну, теперь мы зажигалку отставим в сторону и уделимся вниманием часам. Купил я эти часы вместе с зажигалкой в Англии в апреле 2020 года. Размер часов небольшой и, соответственно, вес у них также небольшой, который составляет всего 16 грамм. В конце ролика я добавлю фото с весом часов и их размером. Как косметическое, так и техническое состояние часов можно назвать идеальным. Корпус часов, вероятнее всего, выполнен из латуни и имеет хромированное покрытие. Стекло органическое, плексиглаз. На часах есть одна единственная надпись. Это название Aircraft, которая расположена в верхней части циферблата. Ну, сам по себе циферблат смотрится очень красиво. Часовое обозначение здесь в виде золоченных арабских цифр от 1 до 12. Каждая цифра отмечена точкой из светонакопительного элемента. Минутная и часовая стрелки также здесь золоченые. И на них также нанесен светонакопительный элемент. К сожалению, от времени светонакопитель утерял свои свойства и в темноте больше не светится. Секундная стрелка расположена в нижней части циферблата в районе 6 часов. Можно увидеть, как стрелка движется. Возможно, даже будет слышно, как часики тикают. Часы полностью исправны. Механизм часов имеет ручной завод. Довольно неплохо держит время. За сутки забегают немного вперед. Где-то на полминуты. Я считаю, что для механических часов такая погрешность незначительна. Часы заводятся вот этой вот заводной головкой. Для того, чтобы выставить время, нужно головку вытянуть и установить нужное значение. Затем головку нужно утопить обратно. Задняя крышка у часов в виде хлопушки. Она не имеет резьбы, а просто защелкивается. Вот такой корпус часов еще бывает называют подушка. Сейчас я открою заднюю крышку и покажу сам механизм. Вот я открыл заднюю крышку. Это верхний ободок со стеклом. И сам механизм вставлен вот в эту заднюю крышку. В
Механизм довольно простой. Непонятно здесь, есть или нет рубиновые камни. Похоже, что нету. Вот так вот механизм выглядит. Вот видно. Колеблется. Колесико маятника. Циферблат в идеальном состоянии. Нет ни царапин, ни трещин. Ну давайте теперь соберем обратно, установим часики в корпус. Вот такие вот интересные часики. Похоже, они не встали. Потому что я задел маятниковое колесико. Вот все, пошли. Крышка довольно очень плотно защелкивается. Поэтому я не стал показывать, как открывало. Ну и теперь установим часики в корпус зажигалки. Если вам понравилось и было интересно, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. На все ваши комментарии отвечу. Если еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Всем удачи!